Здравствуйте. С вами на связи Валерий Иванов. Сейчас я покажу вам, как обменять биткоин на кошельке Binance на троны и перевести их на свой кошелек Tron. В предыдущем видео я уже рассказал о том, как открыть кошелек Tron в виде браузерного расширения Chrome и также на смартфоне на платформе Android. Вот он наш кошелек. Теперь мы выбираем кошелек Fiat и Spot вкладочку. Открывается. Вот смотрите, это все криптовалюты, которые у меня имеются сейчас на кошельке. Биткоины, Tether, Ripple и прочее. Да, обратите внимание, что пока купить Tron напрямую с карты не получится. Поэтому можно купить с карты какие-нибудь основные криптовалюты, например, биткоин, либо тезеры, и уже их потом обменять здесь на бирже. Это все происходит мгновенно. Итак, выбираем строчку биткоин, и дальше вот здесь справа будет фраза «Обмен». Нажимаем «Обмен». В открывшемся окне выбираем, что на что мы меняем. Здесь выбираем биткоины. Сколько? Вот я хочу все битки поменять на троны. Просто кликаем вот по этой оранжевой, желто-оранжевой строчке, и у нас цифра становится уже в доступный баланс. Ну а здесь выбираем TRX трон. Предварительная конвертация. Смотрим. Конвертировать 0,006 тысячных битка по курсу, и мы получаем 3496 тронов. Подтвердить. Все, обменяли. Посмотреть статус. Отлично. Теперь давайте посмотрим мой кошелек. И видим, что вот у нас 3496 тронов. Теперь мы заходим в наш кошелек Tron, который мы создали по инструкции. И вот здесь у нас есть строчка «Копировать». Просто иконка такая. Нажимаем на нее. Скопировали наш кошелек. Дальше наш трон выбираем, вот он, 3406 тронов, и нажимаем вывод. Теперь так, троны, адрес получателя, вставляем адрес, Ctrl-V, и теперь выбираем способ отправки, трон, TRX, сумма, мы нажимаем просто слово max, и максимальная возможная сумма у нас уже встает в поле. Дальше нажимаем отправить. Теперь нужно будет ввести подтверждение, отправить код на e-mail и код подтверждения Google. Двухфакторная аутентификация. Да, вот такая у меня защита стоит. Отправить. Замечательно. Запрос средств отправлен. Теперь давайте проверим наш кошелек. Пока еще деньги не появились. Так, нажмем refresh, обновить. Нет, пока еще деньги не пришли на кошелек. Это занимает некоторое время. Подождем. Давайте проверим. Да, вот они пришли. 101, почти 102 доллара. TRX 3495 тронов. Пришли, пожалуйста, вот они находятся в кошельке. Все, вот так вот просто. Ну, буквально, если не рассказывать, все это можно сделать за 2 минуты. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе интересных видео, которые я планирую записывать в ближайшее время. Задавайте вопросы прямо под этим видео, я постараюсь максимально быстро на них ответить. Всего хорошего и обильных вам денежных потоков.